Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Крупная партия контрафактного алкоголя задержана в Калинковичском районе. На перевозке спиртосодержащей продукции попался житель Речицы. Микроавтобус остановили сотрудники ГАИ в районе деревни Малая Втюки. За рулем находился 43-летний мужчина. В багажнике обнаружили почти 1500 бутылок с алкоголем. На этикетках не указывалось, что это за напиток. Акцизы тоже отсутствовали. Незаконный груз изъят. К слову, мужчина ранее не был судим, однако более 50 раз привлекался к административной ответственности, в том числе по этой же статье. Предприниматель из Щечерска попался на сбытии марихуаны. Сделка проходила в Гомеле. Оперативники наркоконтроля советского РУВД города Гомеля во взаимодействии с коллегами из госавтоинспекции и бойцами ОМОНа провели успешную операцию по задержанию наркодилера. Все происходило поздно вечером возле кинотеатра «Октябрь» в областном центре. После проведения незаконной сделки бойцы ОМОНа провели молниеносную операцию по задержанию наркосбытчика. В результате было изъято порядка 50 грамм наркотического вещества. Однако самое интересное оперативников ожидало по месту жительства 31-летнего дилера. На чердаке частного дома в Чечерске они обнаружили более 4,5 килограммов растительного сырья, разложенного для сушки, которая, как показала экспертиза, является марихуаной. Осторожно, бесправники за рулем. На дорогах региона ежедневно сотрудники ГАИ ловят по 15-20 человек, не имеющих права на управление автомобилем. Сколько их еще садится за руль, неизвестно. Однако уже с начала года в Гомельской области по вине бесправников произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 4 травмированы. В связи с этим сегодня в регионе стартовала профилактическая акция «Бесправному не место за рулем». Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем человеком, не имеющим на то права, влечет наложение штрафа от 5 до 20 базовых. Если случай повторяется в течение года, правонарушителю грозит выплата от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.